Ребята, для вас хочу разыграть монеты или FIFA поинтсы. Каждые 1500 лайков, которые вы здесь ставите, равно 10 миллионов монет на ваш аккаунт. Если набираете 5000 лайков, с меня 12 тысяч FIFA поинтсов. Всем вам хочу пожелать удачи. Самое главное, чтобы вы были подписчиком моей странички в Инстаграме, подписчиком моего канала на Ютубе. Также поставили здесь огромнейший лайк и написали абсолютно любой комментарий. Все условия будут проверяться, результаты завтра в моем ролике. Всем вам хочу пожелать удачи. А спонсор... Друзья, с вами Влад Кабуза. Сегодня мы вместе с вами разрываем пьедестал и заберем карточку Криштиану Роналду с ротян 100. Нажимаем забрать 100 звезд Ultimate Tots. Это будет сделано. Набор Ultimate Tots. Сейчас выпадет самая крутая карточка. Есть! Криштиану Роналду рейтинг 100 у нас в составе. Вот так и чтобы всегда у нас было. Офигеннейшая карточка Криштиану Роналду. Посмотрим на его характеристики, заценим. Я думаю, что эта карточка заслужит от вас огромнейшего лайка и подписки на мой канал. Это точно. 124 ускорение, 140 завершение, 140 сила удара, 126 скорость рывка, 123 дальний удар, 133 выбор позиции, 117 короткий пас. Владение мячом 140, 140 дриблинг, ловкость 122, реакция 132, игра головой 131, Ювентус, серия А, Португалия, команда сезона, рост 1,87 м, 83 кг, нагрузка в обороне низкая, нагрузка в атаке высокая, особый прием, разворот на 360 градусов, празднование здесь и сейчас, особые таланты, позер, особые таланты, мощный, крученный удар со штрафного, будем проверять. Эту карточку 100% нужно затестировать. Блин, даже его, ну, никак нельзя до соточки качнуть, но такая карточка офигеннейшая. Ребята, если вдруг вы наберете под этим роликом, например, ну, где-то 3000 лайков, я заберу карточку Лионеля Месси. Только для вас. Это все делается только для вас. Итак, а можно, интересно, 2 Криштиану Роналду поставить в состав? Не, нельзя, блин, а было бы круто, если бы мы поставили 2 Криштиану Роналду в состав. Вау, как выглядит его карточка, это просто бомбический выглядит, все. Офигеть, ну вот это вот карточка. Мне лично кажется, то, что у меня сейчас будет такой жесткий фан от этой карточки. Давайте сыграем 3 матча в режиме атаки, посмотрим, на что способен Криштиану Роналду. Если что, забьем один матч именно в равной игре. Итак, рейтинг нашего соперника 108, у нас 111, у него тоже, кстати, Криштиану Роналду. У нас Андрей Шевченко и Криштиану Роналду в составе находятся. Блин, ну тут такие игроки, просто не знаю, как это передать с вами, ребята, но состав просто улетный. Ну, Шевченко выбивает мяч, а мы полетели. Криштиану Роналду в атаке, офигеть скорость. А ну-ка, я думаю, займем тут на изи. Да, 1-1. Криштиану, кстати, забивает нам тоже в ответочку. Гомес? Но, 2-1. 2-2. Шевченко, давай, низом забиваем, 3-2. Криштиану Роналду. А ну-ка, давайте Криштиану проверим. Нет, не получилось. Хотел финт сделать, что-то я тут затупил. Шевченко. 4-2. Недвид. На Криштиану. Криштиану! С разворота забыл. С разворота прям забивает, блин. Хотел сказать, забывает уже на украинский язык. Перехожу чуть. Забываю. 6-2. Александр. А тут, думаю, забьем. Вот так вот. Криштиану. Ну, давай поделимся мячом. Шевченко и, думаю, забьем. Да, 8-2. Отличный момент. У Гомеса. 9-2. Шевченко. А где тут это? Где Криштиану? Криштиану, блин, некомфортно вообще. А Гомес, что ты творишь там? Сколько много времени потратил? Это, ну, как-то несправедливо. Пике. Да, по красаве. 10-3. Шевченко у мяча. Давай, Шевченко. Хотел тест Криштиану сделать, но пока что у меня тест Шевченко, и мне карточка его нравится, что-то я заметил. Блин, мог 11 гол забить, но не получилось. Два момента все лишь я не использовал, но что поделать. Карточка Криштиану Роналду мне на все 100% понравилась. Самое смешное, у моего соперника были практически те же самые моменты. Отличный момент у него 3 было, у меня тоже 3. Хороший момент у меня 9 было, у него 8, ну... Странно. Давайте я сыграю 2 последних матча для того, чтобы закрепить это все. Итак, рейтинг моего соперника 116, если я не ошибаюсь, я там чуть пропустил. Да, 116, мы будем играть против рейтинга 116, у него на плюс 5 выше, нежели чем у нас рейтинг. Если получится, постараюсь выиграть, если не получится, но так и быть. Недвид. На Криштиану, Криштиану здесь должен просто разрывать, да, разрывает. Контратака, да, ну ненавижу эту херню, ну ненавижу, ну что ж ты так долго... Ох, ты красава у нас вратарь. А ну-ка, Криштиану. 2-1. Шевченко, да. 3-2. Гомес. Ну, Гомес.
4-3. Блин, офигеть, какой хреновый момент. У меня вообще позиция ни о чем, надо было походу выбивать сразу. Ну-ка, давай, если мы на ход. Тут есть шанс забить. Нет, не забил, не забил. На Недведа, Недвед. 5-4. 5-5 играем, 5-5. Я никого не вижу тут. Давай, давай, Недвед, пожалуйста, пожалуйста. Красава, 6-5 тащим. Да блин, задолбал, ты вечно мне забиваешь голы. Насколько уже можно? Дай мне чуть оторваться от тебя, дружище. Ванда... Блин, туп... В том моменте я мог забить гол. Вот это вот самое обидное, когда вот понимаешь то, что ты можешь забить и можешь победить. Александр. Здесь должны просто... Нет, не забиваем. Дайте мне еще один хороший момент, пожалуйста. Ван Дайк, ненавижу его карточку. Да, ну почему так долго мы реализовываем все моменты? Тут на изи просто. Если не забьет, то будет бит кого-то. Да, 8-8 сыграли. Блин, 8-9 сыграл. У него 6 отличных моментов было. У меня всего лишь 3 отличных момента. И то мы шли вровень. Как так может быть? Как так вообще, ребята, играют? Что с вами не так? Блин, я не использовал всего лишь сколько-то моментов. 3 момента это хороших не использовал. И основные моменты 3 я просрал. Блин, ну что поделать? Но там был один момент, который я реально мог решать, и был бы счет 9-9, но что есть, то есть, но все же мы сыграли против рейтинга 116, у него на 5 выше рейтинг, нежели чем у нас. Он не забил нам, ну, 10 голов, в 11, там 12, я не знаю, у него сколько моментов было хороших, отличных 6 моментов. Я не знаю, ну, дружище, просто обосрался. Извини меня, конечно, за это, но ничего не поделаешь. Сыграем вместе с вами третью, последнюю решающую игру, и после этого начинается самое оно. Кстати, если кому-то из вас нужна крутка FIFA Points, обращайтесь ко мне, лично сообщаем ВКонтакте. Цены будут приемлемы для каждого из вас. Рейтинг моего соперника Саша 107. Санек, прости меня, пожалуйста, за то, что у меня рейтинг выше, нежели чем у тебя. На 4 выше. Да, вот это вот несправедливая тема. Но просто, если у тебя выше рейтинг, то пользуйся этими моментами. 1-0. Лонгшоты вообще на идеале тут проходят у Недвида. Блин, тут двое защитников. А ну-ка, если мы так, думаю, забьем. Да, 2-0. Санек, сорян, конечно, вот реально, сори. Недведа, кстати, Недведа карточка мне тоже понравилась. И Андрея Шевченко очень понравилась за этот тест. До этого мне это не особо понравилось. А ну-ка, Шевченко, пожалуйста, ну... Не замкнул, не замкнул. Ой-ой-ой-ой-ой, что творим? 4-1. Александр? Шевченко на Гомеза, Гомез. Ох, как у него вратарь тащит. Мне нравится, нравится игра вратаря его. Очень нравится. Два раза потащил, при том очень неплохо потащил. Пике тут вообще не справился. Хотя должен был справляться. Недвид? На добивание, да, да. Вообще, Криштиана пока что не вижу, но Недвид это просто красавчик. Именно в этом матче, но... Игрок матча, можно так даже сказать. Если тут я не забью, это будет обидно. Но нет, мы забили. Шевченко... Отобрали мяч, конечно. Втроем налетели на меня. Что еще поделать? Ну, тут тоже. Ну, не до. Я думал то, что забью здесь. 8-й гол забивает Криштиану Роналду. Опа, опа, момент у Криштиану. Нет, 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 нет. Короче, сыграли со счетом 8-1, но... Как по мне, состав просто улетнейший. Криштиану Роналду, да, я хотел его затестировать. Но скажу так, по секрету. Мне понравилась карточка Недведа. Понравилась карточка именно Андрея Шевченко. А вот Криштиану, да, хорош тоже, но нереально. Я ничего не скажу насчет него плохого. Но просто вот, знаете, у него моментов было это маловато. Вот для позиции нападающего маловато моментов, чтобы не соврать. Может быть, от тактики зависит. Не знаю, что именно влияет на это все. Но, как по мне, это состав просто улетный. Ребята, если вы хотите, чтобы я забрал карточку Ван Дейка и Лионеля Месси, давайте так, наставьте здесь кучу лайков. С меня в следующем выпуске для вас топовые игроки, чтобы вы заценили их карточки, чтобы вы сказали, да, Владос, ты красавчик. Спасибо большое моему подписчику Андрюхе за предоставленный аккаунт. Ребята, всем вам мира и добра, и всегда оставайтесь в тренде. До скорых встреч. Всем пока!